На выходных в Вентспилсе в концертном зале «Латвия» прошли концерты известной латвийской органистки и пианистки Иветы Апкалны. Изначально концерт был запланирован на 9 мая, но в связи с ограничениями, введенными в стране из-за пандемии COVID-19, он был перенесен на 26 сентября. Как рассказала Ивета, она настолько соскучилась по зрителю, по сцене и, конечно же, по органу, главному инструменту в ее жизни, что готова была дать 4 или даже 5 концертов в нашем городе. Но было решено, что Ивета выйдет на сцену и сыграет 3 концерта – 26 и 27 сентября. Мы встретились с ней после концерта и узнали, почему она, прекрасная пианистка, решила, что органная музыка и орган – это то, в чем она наиболее сможет раскрыться как музыкант. По правде говоря, орган появился в моей жизни, когда мне было 15 лет. И поскольку я родилась в 1976 году, а это были времена Советского Союза, я не знала, что мой дедушка и прадедушка были органистами. Мне об этом в семье не рассказывали. Понимаете, рассказывать детям о таких вещах в то время было рискованно. Можно было проболтаться в школе. Дедушка был еще и учителем, но он был очень верующим и религиозным человеком. Я это рассказываю, потому что, как мы видим, гены невозможно обмануть. Вот так гены, талант и удивительное трудолюбие привели к тому, что в 1993 году в 16-летнем возрасте Ивету пригласили играть на богослужении в Аглонской базилике во время визита Папы Римского Иоанна Павла II. Помимо Латвии, сольные концерты Иветы Апкалны были в России, Польше, Финляндии, Норвегии, Англии, Франции и многих других странах Европы и мира. Выступала она с ведущими оркестрами мира, среди которых Берлинский филармонический оркестр, Симфонический оркестр Баварского радио и другие. Именно она в прошлом году, 25 и 26 июля, открывала своим выступлением наш концертный зал «Латвия». И у нее особые чувства к нашему городу и к сцене концертного зала «Латвия» и к органу, который находится в Вентспилсе. Для нее каждое выступление, встреча со зрителем – это некая миссия, послание нам, живущим. Мое предназначение и то, что написано в дипломе, а я органист, закончившая Штутгартскую академию музыки, солистка. Когда я выхожу на сцену, мне необходимо владеть профессиональными вещами. И это не только как я владею техникой, не только как я чувствую форму и владею инструментом. Это и актерское мастерство, которое тебе дано и которому можно научиться. Но есть многое, чему научиться нельзя и чего не дано. И есть очень много вещей, которые в тебе. Это большое желание выходить на сцену и делиться с людьми своей любовью. Прощаясь, Ивета пообещала по возможности как можно чаще приезжать в Вентспилс и выступать на сцене концертного зала «Латвия».